Друзья, всем привет! Всеми вами любимая рубрика «Мой твинг». Значит, сегодня мы поступим следующим образом. Значит, сейчас я наконец-то уже... Мне уже все писали, да откройте эти сундуки, не мозолят глаза, достал ты. Давай уже выбивай этот магический сундук. Именно тот магический сундук, который вначале он падает, там буквально через там 10 сундуков, вроде как-то так. Мы его выбьем только сейчас, вот. Я его должен был на первой арене выбить, а выбью на 11-й. Значит, но... это одна тема ролика. Но тут случайно появилась и следующая. Посмотрите, пожалуйста, в сундук фортуны. Пацаны, если бы вместо бочки со скелетами был бы зап, это был бы самый идеальный сундук бы в мире. Это просто... 4 карты из моей колоды было бы. Но все равно нормально. 3 карты из моей колоды. Единственное, знаете, что обидно, что торнадо эпическая карта, а не там темный принц, не голем. Если бы был бы голем, темный принц, это бы вообще прям вообще. Ох, как бы шикарно было. Я прям не знаю. Так вот, это говорит о том, что, естественно, я буду их фармить. И мегамуху не знаю на какой уровень, а принца надо нафармить на 7-й. Но не в этом ролике, вот единственный минус, не в этом ролике. Я планирую либо на следующий день выпустить, либо если вы очень-очень сильно хотите увидеть открытие сундуков сегодня. Ну, у меня к вам просьба поставить 10 тысяч лайков, прямо сейчас подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. Значит, 10 тысяч лайков это немного, ребят, вы сейчас реально очень быстро набираете лайки, поэтому можете быстренько набрать. Ну, я выпущу ролик сегодня. Если вы не хотите сегодня смотреть еще одно видео про твинка, значит, я выпущу завтра. Но в любом случае, этот ролик будет. Итак, предлагаю открыть все сундуки, которые я вот тут накопил. Легии тут не будет, можно и не ждать, потому что они там с первой арены все. Видим, да, что гигант, рыцарь падает. Вот. И предлагаю сделать пару каточек. Значит, сейчас я на этих кубках, ребята, сижу. И тут уже я начинаю проигрывать и очень часто проигрываю, поэтому погнали в бой, попотеем немножко, если проиграю, не обессудьте. То есть, ну, такая тема. Сейчас выбьем магический сундук, откроем его и посмотрим, будет ли легендарная карта с него. То есть, в этом ролике будут онлайн-каточки, в следующем ролике их не будет. Вот чем будут отличаться ролики. Просто, ну, у меня по плану было сегодня именно магический сундук выбить, ребята. Это как, не знаю, видосы по твинку, это как мой дневник. То есть, я создам плейлист, потом буду пересматривать все события, которые происходили у меня на твинке. Ё-моё. Тихо. Давай, тащи. Ух, задефался, друзья. Вот это чувак, короче, вначале меня... Фух, жестко. Так, дракончик отлично, зап не надо. Хотя... Со скольки... Ага, с одной тычки, отлично. Так, окей, ставим вот здесь сборщик. Готовим принца, если будет шахтер или что там тому подобное. Нет, ничего пока не выбрасывает соперник мой. Я пока голема тоже не хочу ставить, боюсь. Выбросим темного принца. Тут у нас мегамуха, тут у нас дракончик. Дракончик для того, чтобы отвлечь колдуна. Вот, торнадо использовать не буду. И так задефаю нормально. Ну, одну тыку пропускаю, но это нормально. Так, хорошо. Зап пока не хочу сливать. Ага. Давайте справа принца кинем. Ну, я хочу, чтобы второй сборщик прокрутить. Поехали. Так. Вот пламенный дракон меня тоже напрягает. Вот гигантский скелет и пламенный дракон. Вау, что происходит? Можно было бы сейчас запнуть, но я, короче, как-то долго думал. Зап. Блин, нифига, зап. А, нет, с одной тычки все, нормально. Так, ну что, ставим голема, поехали в двойной эликсир. Отдаем ему башню. Так, ну, мы пойдем на трешку. Я направо забиваю, ничего туда подкидывать не буду. Смысла нету. Так. Так, вот колдун, конечно, совсем немножко меня напрягает, но ничего. Так, поехали. Колдун и пламенный. Тут торнадо, зап. Быстрей. Хорош, успели. Все, пошла жара. Так, кстати, магический сундук, по-моему, через один или два сундука должен мне выпасть. Так, жесть. Ох, просто насилую соперника. Уберите детей от экрана. Трешечка. Ой, тихо, не надо, фокусируйся. Значит, друзья, смотрите.
уже 3500 кубков. Я для новых зрителей быстренько объясню пару слов. Значит, кто не в курсе, это мой новый проект. Значит, в чем суть проекта? Не просто создать твинка и просто играть. Нет, суть проекта просто влить сюда денег. Кстати, мы потом посчитаем, сколько мы потратили гемов на это все. Прокачать всего лишь одну деку и больше ничего не прокачивать. Я вот тупанул, вначале ракету прокачивал. Думал, что у моей деки будет ракета. Где она? Вот, на 4 уровень. Ну, там немного я опыта получил. Остальные карты вообще не трогаю. И не просто прокачать одну колоду, а прокачать ее фулл. Восьмые эпики, ну, короче, вы поняли, полностью по фулу. И взять, попробовать, ну, 5000 кубков. Уровень у меня будет 9 либо 10, я не знаю. Вот, ну, посмотреть, сколько я могу взять этим твинком. Вот такой вот проект. Если нравится он, если вам видосики заходят. Ну, короче, я думаю, что вы и так уже лайк поставили. Если кому нравится. Кому не нравится, уже, конечно же, поставили дизлайк. Так, ну что? Походу, сейчас выпадет магический сундук. Давайте мегамуху. Наконец-то я в следующем видосе мегамуху прокачаю. А то на 6 уровня хиленькая такая. Так, палач. Окей. Так. Что там перед палачом будет? Давайте попробуем вот так, чтобы каст не сбивали моему темному принцессу. Все равно сбили. И, блин, до сих пор сборщика нету. Готовим зап. Хорошее бревно. Я запну. И поставлю сборщик эликсира. Ну, мне кажется, соперник играет неплохо. Сейчас посмотрим. Так. Не контрит он мой сборщик эликсира. Давайте ждем. Что же, пека, голем... Только сказал пека и нате. Окей, ставим навстречу ему голема. То есть я должен это сейчас быстренько законтрить. Так, пошел у нас принц. Так, я вот думаю, что дальше выбросить темного принца. Да, выбросим темного принца. И хорошо, моя вышка еще дамажит пеку. Ну, совсем немножко, но... Так, еще темный принц наносит урон. Пошел у нас дракон. Отлично, пека согрелась на темного принца, а не на обычного. Ну все, это трешка, пацаны. Это изи трешечка. Да, 3800 вообще изи можно сейчас взять. Но я пока не спешу. Пока не тор... не... Так, торнадо. Просто на изи трешку забрали. Ой-ой-ой, еще не забрали. Да ладно, Меганайт задефал. Меганайт задефал. Ару. Ну блин, 100 хп я добью. Однозначно. 100 хп-то я добью 100%. Блин, я бы на его месте не дефался. Вот он сейчас и мое, и свое время теряет. А ну, может, он не будет дефаться. Но я все равно сейчас... А ну, давайте дракона сольем. Нет, он решил дефаться. Ладно, давайте попробуем с помощью торнадо. А, ну ладно. Окей, зап. Сколько мне остается? Ну все, еще один зап, и все, и GG. На что он надеется? Вот что я не добью трешку? Вот на это надеется, я не понимаю. Господи, какой он? Вот реально, ну вот идиот. Либо он просто ему хочется поиграть, либо он надеется то, что я не добью. Как можно быть таким наивным? Сколько остается хп? 2 хп остается. 2 хп, слушайте, а если ему сейчас отдать победу, то. Если ему отдать победу. То, возможно, в ТВ-рояль попаду. А, я на трешку... А, все, возможно, он просто мне трешку не хочет давать. Вот, типа, окей, ты выиграешь, но трешку тебе не дам. Вот я жадный, чтоб не набивал себе клановый сундук. Ура! Блин, я этот ник... Я вот изначально как-то угорал, вот сейчас я, блин, как-то неудобно мне с этим ником. Но менять я его не буду. Вот, все, магический сундук, пацаны. Очень хочу Лего, очень. Короче, прямо сейчас нажмите на лайк, чтобы выпало Лего. Я потрачу гемы, естественно. 72 гема. Поехали. 72 гема. Да, поехали. Так, 7 карт. Так. Не, вот если выпадет Лего, вот не зря я его не выбил на первой арене. Но, так. Не было рарок. К сожалению, не было. А эпики какие? Рейдж, ну, камон. Ну, честно, так себе, если по чесноку. Я что его хотел выбить, этот сундук,
Че я его хотел выбить на таких аренах, потому что я рассчитывал на легендарочку. Хотя в моей колоде легендарок нету. Ну, хотя бы побольше там эпиков, да. Но мне ничего не выпало из моей колоды. Мини-пека нету моей деки. Че там, рейдж тоже говно. Ну, ладно. Следующие сундуки будут супер магические и эпические. Они два подряд. Поэтому не пропустите, там через 30 сундуков вроде бы. Если вам интересно тоже, как смотреть сундуки, подписывайтесь на мой паблик. Я ссылку оставлю в описании. Там есть бот. Вы можете написать хэштег своего профиля боту. Вот тут чекать хэштег свой. Написать решетку, хэштег. И вы получите подробную статистику, какой вам следующий сундук выпадет. В общем, ссылка в описании на паблик. В общем-то и все, друзья. На этом завершаю ролик. Если ждете открытия сундуков, то ставьте лайки. Долго вас не заставлю ждать. Все, на этом буду прощаться. Спасибо вам за просмотр. У нас уже 3500 кубков. Ребята, мощь. Все, спасибо, до свидания. Всего доброго.